Ну, наверное, теоретически мне все говорят, что я должна быть рада тому, что даже условного срока нет, а только штраф. Но вообще я не считаю себя виноватой в данной ситуации. То есть все утверждение, равно. Которое давал суд сегодня в своем приговоре... Ой, блин, извините. Я не думаю, не что... Вы не согласны со всем этим, ну... Я пока не знаю, буду ли я обжаловать решение суда, это мы решим вместе с семьей и с адвокатом, но с моей точки зрения принимать во внимание те доказательства, которые представляет господин Арутюнян, и не принимать противоречащие им доказательства со стороны лечебных учреждений нельзя. Соглашаться с доводами некоторых главных врачей, что я угрожала их уволить по телефону, например, в то время, когда велась прослушка моих разговоров и доказательств не представлено, но тоже, с моей точки зрения, нерационально. Очень многие вопросы, конечно, с моей точки зрения, судом рассмотрены однобоко, но, наверное, я правда должна радоваться минимальному наказанию.